Суббота. Дворец гражданских обрядов. В зале торжественная регистрация брака Романа и Кристины Новиковых. Марш Мендельсона, заветная «да» и обмен кольцами. Казалось бы, рядовая церемония. Тысячная. Регистрация Романа и Кристины юбилейная, тысячная в этом году. Как говорят в ЗАГСе, такие союзы избранные. Так оно и есть. Со дня знакомства несколько лет назад, утверждает невеста, отношения складывались лучше, чем хорошо. Вместе решали проблемы, делили быт. В тяжелой ситуации главное – подставить плечо. Все вместе, все сплоченно. Если что-то кто-то не понимает, друг друга поддерживаем. Не было такого, чтобы даже были какие-то ссоры. Из-за чего-то такого прям, ну, глобального нет. То есть вы не знали, что вы тысячная пара, да? Нет, нет, это даже сейчас для нас вообще шок. Традиционно юбилейных молодоженов торжественно чествуют во дворце гражданских обрядов. В подарок от ЗАГСа набор фужеров и памятная медаль. Здесь надеются, что тысячная пара не будет пределом. Конечно, для нас каждая пара замечательная, любимая, дорогая для нас. Но вот такие вот красивые цифры мы, конечно, хотим как-то немножечко отдельно выделить, отметить. Поэтому к тысячной было особое внимание. Всего за почти вековую историю Бобруйского ЗАГСа в его стенах зарегистрировали свой союз более 146 тысяч счастливых пар. Анастасия Шевцова, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.